И я всех приветствую, ребятки, на своем канале. С вами, как всегда, Ильян Вега. И сегодня в этом видосике я вам покажу, ребятки, на Резоне топ-3 работы, которые приносят хорошую прибыль. В общем, всем приятного просмотра. С первой работы, ребят, с которой мы начнем, это работа дальнобойщик, то есть... Я здесь нафармил 12 миллионов, конечно, вот. И думаю, это хорошие деньги, прибыль приносит. Так что сейчас вот как раз опять выдвигаемся и покажем. Ну что ж, ребят, мы почти подъезжаем. И, короче, сейчас, ребята, мы спрыгнули. Ребят, всегда взвешивайтесь, потому что если, смотрите, вот вы едете, проезжаете чекпоинт, и вот сейчас вот такая вот станция взвешивает. Если вы взвеситесь, то вам дадут полную сумму от зарплаты, если вы полностью. Ну что, ребят, тогда я недорассказал мне крашку, в общем, ребят, приезжаем и сдаем груз. И получаем 115 тысяч. То есть полная зарплата. Если вы не будете взвешиваться, то вы будете получать 80 тысяч. Также мы будем подать вас все дальнобой. Ребят, если вы там шансы 25% упадете. Также советую, ребята, эта работа прибыльная до 15 тысяч. И следующую работу, которую я сегодня хотел показать, ребят, вам, это пилот. На работе пилот можно так хорошо тоже заработать деньги. То есть, я сейчас бегу, переодеваюсь, и дальше прохожу нет обследования. То есть, нужно пройти, да, запустить смену, пройти, короче, все полностью, вот. И сначала нужно... померить давление, то есть садимся сюда и меряем давление. Так, сейчас, ребята, разберусь немножечко. Итак, сейчас сажусь, ребята, мерить давление. Вот пошло измерение давления, как идет, вы видите. Это примерно, ребята, ждать минуту. Вот. Вот, короче, ждем. Дальше идем, короче, окулиста. То есть проходим, ребят, медобследование перед пилотом. Чтобы типа мы убедились. Так, теперь, короче, окулиста. Ну, сейчас немножко, ребят, за другой. Вот. Владимир Зеленский, фу, блядь. Ладно, шучу. А, теперь к окулисту. Наоборот. Я просто не сомневаюсь. Против доски. Так. Что это у нас? РМ. А. И. Д. П. Д. У.
теперь направляемся к старшему терапевту. Вот, ну тут старший терапевт, конечно, сейчас немножко занят. Теперь измерение идет у меня температура. Вот. Так, ребятки, ну все, я измерил температуру, теперь можно направляться на рейс. Теперь у меня, ребятки, проверяют документы, то есть... Да, проверяют документы, то есть формирование документов, то есть мне делают документы, формирование называется у них. Ну, скажем, теперь мне документы сделали, теперь пройти в переговорную мне сказали. Ну, то есть это выход к самолету, я так думаю, блин, что они там столпили. Вот, и выходить вроде дальше сюда, сюда и сюда. Достиг, бля, метки, прям такой. Ладно, ладно. Да, ребят, на первом рейсе вам давать... В общем, подъехал, теперь у меня, да, тут посадка пассажиров. Как сейчас сложно управлять здесь. Ну блин, с компа легче. Пролетел один рейс, получил зарплату 51 840 тысяч. Это на первом самолете, на первом рейсе самом. И получилось, ребят, ларец премии. То есть вы будете получать за рейс там пролетать, когда будете получать, можете там 75 тысяч, где-то 100. Но у нас действует 2 ЗП в нашей семье. И теперь нужно, ребят, идем на второй рейс. Ну и там я, ребят, еще покажу вам одну работу, которая хорошая принесет прибыль. Ну, ребята, что ж, я хотел бы вам еще показать бы одну работу, которая называется, это доставка бочек, то есть нужно иметь свою лодку и доставлять бочки. То есть бочки, ребята, я вам расскажу просто на примере, не буду вам показывать. Нужно просто брать бочки, покупать за 40 тысяч они стоят, и доставлять на нефтевышки, то есть брать и доставлять, потом будете получать за каждую бочку 92 тысячи. Пример вам показать не могу, вот. Просто потому что у меня нет своей собственной лодки, арендовать у меня денег нет, так что вот так вот. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и, блядь, почему лайк не прожали, блядь, ребят, ну что вы такое, блядь. Я не буду тогда для вас, блядь, снимать, стараться контент, блядь, делать. Короче, лайк прожимаем, подписываемся, блядь, понятно, блядь, чтобы сегодня было все к вечеру, блядь, оформлено. Все, давайте, блядь, всем удачи, всем пока, что лайк был прожат.